Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я покажу вам, как выполнить первоначальную настройку роутера Xiaomi Mi Router 4A. В идеале это делается через приложение Mi Wi-Fi. В идеале. Нужно сначала включить Wi-Fi. Конечно же, это обязательно, просто послушайте меня, обязательно. Даже если вы в прошлый раз сбрасывали роутер через настройки приложения, вы должны сбросить настройки через кнопку Reset сзади на роутере. Там есть кнопочка такая беленькая, нажать на нее нужно 20 секунд ее удерживать, отпустить и опять 20 секунд удерживать. Иначе вы не сможете просто подключиться к вашему роутеру. Даже если вы первый раз его запустили, его нужно сбросить, срезать обязательно. Затем включаете Wi-Fi на своем телефоне и нажимаете «Настроить роутер». Он у вас выбит окошечко, в теории сейчас что-то не выбило, потому что он автоматом подключился к сети. Обнаружено подключение к интернету. Нажимаем «Далее». Выберите регион. Регион выбираю Великобритания, пусть будет пароль, придумаем сети. Любой, пусть будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Завершить. Если вдруг у вас не получается через приложение, у меня такое уже случалось и случалось не раз, вы вручную подключаетесь к роутеру, у вас выскакивает вот такое вот сообщение, мол, подключение к Wi-Fi, и нужно настроить его через... Покажу сейчас вам. Через сайт router.miwifi. Что-то там. В общем-то, уже настройка пошла. Попробуйте подключиться к точке доступа сервера. Так, теперь пробуем подключиться вручную к Mi Wi-Fi 24. Ну вот, пусть будет к этой. Да. Подключайся, друг. Он не подключается. Объясняю, что это значит. Это значит, что опять приложение все испортило. Это значит, что приложение опять в очередной раз абсолютно все испортило. Поэтому я сейчас сброшу настройки роутера и покажу, как это делается все с нуля. Потому что вот если приложение все портит, как и у меня, тогда я просто не знаю. Приложение вот вообще для настройки роутера и пользование им отличное приложение, работает великолепно. Но в плане первой настройки это просто кошмар. Окей, давайте я перезагружу роутер, вернее, не перезагружу, а сделаю полный сброс роутера и вернусь. Отлично, я сбросил все настройки с роутера, и теперь внимание. Захожу я сюда, то есть во все сети. Вижу здесь Xiaomi, вот этот вот роутер, короче. Подключаюсь к нему, нет доступа к интернету пока что, говорит. И вот, видите, подключение к Wi-Fi. Отлично. И мы переходим на сайт, такой вот, да, одностраничник. router.miwifi.com. Это сайт, который вместо IP роутера, то есть у Xiaomi нет такого, что там нужно вписывать 192.168.1.0. А здесь вписывается просто router.miwifi.com. Ставим две галочки, нажимаем Try it now. А, нужно еще страну сначала выбрать. Короче, Select your country. Видим эту первую галочку, возле нее синяя ссылочка. Нажимаем и выбираем свою страну. Я выбираю от балды, вы лучше выбираете нужную страну. Так, Германия, нажимаем Next. Нажимаем Try it now. То есть давайте попробуем. Далее. Все, и теперь создаем для нашей сети пароль. Я создам простой, банальный. Ой, что-то я переборщил. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Должно быть минимум 8 символов. И название сети пусть будет Xiaomi Hard Reset, Xiaomi HR. Ничего пусть они нам не отправляют. И нажимаем Next. Далее. Отлично, у нас роутер настроен. А теперь смотрите, что мы делаем. Теперь мы заходим в Wi-Fi сети, Wi-Fi, и подключаемся к тому же Wi-Fi, то есть к той же сети только.
Он сейчас перезагружается, роутер, и сеть пропала временно. Давайте подождем, пока роутер перезагрузится и сеть опять появится. Вот, собственно, что и произошло. Xiaomi HR и Xiaomi HR 5G. Подключаемся к Xiaomi HR. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нажимаем подключить. Все. Подключено. А вот теперь уже заходим в приложение Mi Wi-Fi и нажимаем «Войти». Уже не нажимаем «Настроить новый роутер», а нажимаем просто «Войти». Здесь уже вписываем свою электронную почту и пароль от Mi аккаунта, Xiaomi аккаунт. Если его нет, тогда нужно зарегистрироваться. Причем зарегистрироваться желательно не вот сюда, вот, а через сайт нормальный. Окей, давайте я впишу свои данные. После того, как вы введете свой логин и пароль, нажимаете на кнопочку «Войти». Идет поиск роутера. Внимание, регион роутера и приложение Mi Wi-Fi не совпадает. Упс. Ладно, в приложении нужно выбрать Германию, а то мы его обманываем. Хорошо, пусть в приложении будет Германия. Надеюсь, он на язык немецкий не переключится. Слава богу, нет. Все, теперь принимаем. Германия, регион выбираем. Ну, вы выбираете Россия сразу там. И в первом случае, и во втором. И все, и теперь уже мы перешли уже, собственно, к самому роутеру. Ура! Только он говорит, что нет подключенных устройств, к сожалению. О, вот, теперь внимание. Вот теперь вот все, что нужно, это выполнить сопряжение роутера. Вписываем пароль администратора. Пароль администратора, поскольку мы отдельно никакой не создавали, он у нас такой же. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нажимаем ОК. Мы с вами сделали все, что нужно. Только теперь нужно переподключиться. Все, состояние сети уже вытянул. Все, он мой телефон уже обнаружил. OnePlus 8 Pro. Все, отлично. Вот теперь уже мы роутер настроили, он готов к работе. К сожалению, процесс этот не такой легкий, не такой интуитивный и нормальный, как хотелось бы. То есть, действительно, они этот момент не проработали, момент первоначальной настройки. Еще давайте скажу несколько очень важных слов по поводу подключения. Если вы подключаете ваш Xiaomi Mi Router 4A к другому роутеру, да, то есть от другого роутера подключаете к Xiaomi Mi 4A, тогда, когда вы в первоначальной настройке через приложение настраиваете, то есть не через браузер, как я сейчас, вот через ссылку, а вот через браузер, тогда в таком случае у вас на роутер подтянется сразу же автоматический пароль от вашего роутера. Да, то есть если у меня там было 8 единиц сразу на роутере, оно сразу потянулось и все. Но просто в моем случае он подключен напрямую к модему, и он ничего оттуда не мог подтянуть. Но какой-то пароль удивительный, странный, он вытягивает, и невозможно потом подключиться к этому роутеру. Поэтому вот какая-то такая странная ситуация. Я надеюсь, что с обновлениями это исправят. Но даже если нет, то и так пользоваться можно вполне. Просто главное настроить. Что ж, а еще последнее скажу, чтобы вы точно наверняка лайк поставили, чтобы вы понимали, как я и говорил, здесь нет IP, по которому ты подключаешься напрямую к роутеру через ноутбук, например, а ты подключаешься через такую вот страничку router.miwifi.com. Если вы через телефон заходите, нажимаете, вернее, вписываете, ну, через телефон, через компьютер, без разницы, вписываете пароль от админа, у меня это 8 единиц. Нажимаем «Далее». И все. И теперь вы можете настраивать роутер, собственно, через браузер. Да, не используя всяких приложений, если это приложение вдруг на вашем телефоне еще и хуже, чем у меня работает. Вот, короче, на этом все. Надеюсь, это видео действительно было для вас полезным, а я на это очень сильно надеюсь. Поставьте лайки в таком случае, подпишитесь на канал, ну или просто напишите нам теплое словечко. Ну, на этом все. Всем добра, здоровья, крепкого. До свидания.